Привет, ребята! Щенячий патруль на базе! Сегодня нам предстоит выполнить непростое задание. Сегодня нам надо выполнить с помощью машины Hot Wheels. Классное задание, ребята! Трекеру уже не терпится покататься на гоночных машинках Hot Wheels. А вы готовы справиться с этим заданием? Тогда вперед! На вулканическом острове надо пробежать через настоящие джунгли. А чтобы силы трекера не заканчивались, нужно собирать косточки. Отличное начало, ребят! Уфу, как классно прыгает трекер! Собачьему патрулю все под силу! Круто! Можно цепляться за деревья, за лианы и перепрыгивать препятствия. Здорово! И собираем все косточки, ребята, чтобы было много сил. Всегда есть время подкрепиться и набраться сил. Уф-уф! Здорово! Ребята, нужно быть осторожными. Бежим дальше. Собираем все косточки на нашем пути. Они такие разноцветные и классные. Трекеру очень нравятся. Да, щенки из щенячьего патруля очень любят такие косточки. Они очень вкусные. Лакомство такое суперское для щенячьего патруля. Еще немножечко, и трасса преодолеется. Подпрыгиваем вверх обязательно. Перепрыгиваем камни и собираем наши волшебные косточки. Круто, классные приспособления у тебя, трекер. Ребята, а вы бы хотели так в джунглях оказаться? В джунглях. Это очень весело, смотрите, какие, кто это, пеликаны, какаду. Птица какая-то фиолетовая, классная. Выставка в музее уже совсем скоро. Надо успеть выполнить эту миссию, ребята. Перепрыгиваем змей. И огромные камни. Джунгли очень опасны, да. Надо быть... Ой, мы чуть-чуть запнулись. Будем Ох, какая змея большая. Ого-го, нас чуть не съела, ребята. Но у трекера все на контроле. Он подготовленный щенок. Он легко справляется с опасностями, ребята. А мы все бежим и бежим. Джунгли все не кончаются и не кончаются. Ура, мы наконец-то прибежали до гаража. Сейчас мы будем выбирать машинку Hot Wheels. Вы готовы приступить к выбору? Вот он, наш вулканический остров. Кажется, трекер уже выбрал, но какую же? Уху, это синяя машинка, трекер. Красавчик. Классный выбор, как она здорово выглядит. Перепрыгиваем через лавины, перепрыгиваем через горки и мчимся на всех скоростях к храму. Вот это горки. Вот это остров классный. Трекер, красавчик. Он всегда мечтал покататься на этих машинках. Крутой поворот. Собираем все монетки и все молнии. Ребята, смотрите, какие вулканы и океан. Ух ты, это же электричество. Перепрыгиваем все эти... штуки, преграды. Это не просто, но мы справимся, потому что за рулем кто? Трекер, все правильно, ребята. Ведь за рулем такой крутой парень из щенячьего патруля, который обязательно справится с этой задачей. Смотрите, сколько препятствий. О, вулкан, ребята, мы в вулкане. Ого-го, как опасно, но мы справились. Вот это здорово, вот это азарт и адреналин. Круто. Трекер, у тебя классная гоночная машинка. Бочка-перевертыш, ребята. Как вы любите эти бочки-перевертыши. Здорово, у меня аж самого закружилась голова. Трекер, как ты с этим справляешься? Во-во-во-во-во. Но мы по-любому справимся с этим заданием. И сейчас впереди у нас мертвая петля, ребята. Уху, но трекер обязательно справится. Смотрите, как мы набрали скорость сильно. И гоним-гоним на всех парах. Машинки хотят в нас врезаться вон сверху, но у них ничего не получается. А это мины, ребята, надо их объезжать аккуратно. А это бомбы. Ой, ну у нас чуть-чуть не получается, это бомбы. Как много, ой-ой-ой-ой, валуны, ребята, какой супер опасный остров. Трекер, с ума сойти, как тебе не повезло. Но ты красавчик, ты с легкостью проходишь все эти препятствия. Еще эти бочки-перевертыши. И мы почти у цели, ребят, почти финиш скоро. Разбиваем все преграды и препятствия, мчимся, а вот и финиш, ребята, здорово. Круто, если вам нравятся такие видео, обязательно пальчики вверх, обязательно комментарии. Подписывайтесь на канал, ребята, обязательно подписывайтесь на канал. Но это еще не все. Этот храм очень древний, и тут много секретных замков. Чтобы открыть дверь, нужно отгадать правильный код. Вот на этой дверце цифра 2. Давайте нажмем ее, чтобы открыть дверь. Здорово, и дверь открылась. Трекер, открыл дверь. Первое препятствие пройдено. Бежим дальше. И снова ловушка, ребята. Здесь уже сложнее. Нужно указать цифру, которая на дверце, и цвет кристаллика. Выбираем белый кристаллик и циферку 3. Здорово, ребята, мы с вами снова открыли дверь. Бежим дальше. Второе задание выполнили. Ух ты, какое серьезное задание, ребята. Надо угадать цифру, цвет кристаллика и нужную картинку. Да, давайте выбирать картинку в самом низу, которая на дверце нарисована. Фиолетовый кристаллик и циферку 2. Здорово, ребята, мы с вами открыли все двери. Как же круто! Кажется, мы выполнили это задание, ребята. Машинки Hot Wheels и щенячий патруль добыли золотой банан, ребята. Здорово, здорово, здорово. Трекер, спасибо тебе большое. И вам, ребята, огромное спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте пальчики вверх и пока-пока!